С 1 июня во всех регионах России начали работу филиалы Фонда «Защитники Отечества», главная цель которых – оказание всемерной поддержки ветеранам СВО и другим участникам боевых действий, а также их семьям. Такой фонд есть и в Карачаево-Черкесии. Что удалось сделать за это время? Кто и как помогает решать уставные задачи филиала Фонда «Защитники Отечества»? Мы попросили рассказать руководителя регионального филиала Марата Базалиева. Марат Мухтарович, Фонд «Защитники Отечества» и республиканский филиал работает с 1 июня. Скажите, за это время уже есть какая-то статистика? С какими вопросами к вам обращаются чаще всего? Чаще всего обращаются по мерам социальной поддержки, по региональным выплатам, по федеральным выплатам участникам СВО. Мы стараемся им помочь. И, как правило, получается. Обращаются за медицинской помощью. Есть как сами ветераны, как семьи погибших. Точно так же обращаются родители, родственники действующих бойцов. По мере возможности мы им оказываем тоже помощь. Вопросы самые разные. А сколько из них удалось решить? Где-то 90% вопросов, которые поступают к нам от наших граждан, подопечных, мы решаем. 10% в работе. А есть ли у нас в республике организации, с которыми вы сотрудничаете, которые вам помогают? Мы оказываем помощь при сборе документов и оказываем самую различную, такую, в различной форме помощь оказываем. Но это все было бы невозможно, если бы не Министерство труда и социальной защиты, если бы не было бы Министерства здравоохранения. Вот. Если бы не было бы нашей медицинской социальной экспертизы, без них бы мы не смогли бы, ни без Минюста, без нотариата. Мы подписали с ними со всеми соглашения, и они нам оказывают посильную помощь, и никто не отказывает. Всегда помогают. Мы также заключили соглашение с юридическими конторами, с адвокатурой. В тесном контакте, если бы не было бы этих организаций, с которыми, пенсионным фондом, если бы мы не работали бы совместно с ними, у нас бы ничего этого не получилось бы. Скажите, а сотрудничаете ли вы с общественными организациями, с волонтерами? Они же у нас тоже в республике есть. Да, мы тесно сотрудничаем с такой организацией, как КСВО, Комитет семей воинов Отечества, Союз ветеранов Министерства обороны в лице Байрамукова Рашида, в КСВО Анушка Аида Мавлетдиновна. Вот. Потом мы вместе, фонд. Там Хакирова Ася Магомедовна и наш Народный фронт Капушева Людмила. Мы пытаемся с ними сотрудничать, помогать друг другу. Мы очень благодарны, что есть, существуют такие организации, которые нам оказывают посильную помощь не только нам, но и нашим подопечным. Мы проводим совместные мероприятия, ну, такого характера, как праздники различные мы отмечаем с детьми погибших, с детьми ветеранов, с детьми участников СВО. Многие участники СВО после ранения возвращаются домой с ампутированными конечностями. Скажите, филиал фонда «Защитники Отечества» как-то помогает им? Может быть, санаторное лечение, реабилитация, восстановление. Вы участвуете как-то в этом процессе? Ампутанты, которые возвращаются с СВО, они проходят первичную такую
лечебную часть свою в госпиталях Министерства обороны. Не всегда они проходят военно-врачебные комиссии. Различные статусы при поступлении в госпитали, то есть это частные военные компании различные, это начиная от бойцов Вагнера, Редута, Шторм-Зет. Военный госпиталь, их проведя ампутацию, надлежащее лечение, переправляют в другие лечебные заведения для завершения этого. Ну, не всегда они получают справки из военно-врачебной комиссии для получения инвалидности. У нас в фонде каждый день с утра присутствует представитель МСЭК, медицинской социальной комиссии. Она направляет, то есть сотрудники МСЭК направляют деятельность ампутантов, то есть при сборе документов, при оформлении. И, как правило, где-то от суток до трех они определяют степень и признают человека инвалидом, то есть участников СВО. Бывают такие ситуации, когда тяжело установить степень тяжести. На данный момент у нас 8 ситуаций таких, которых мы направили в центральный офис в Москву, и они будут заниматься их высокотехнологическими протезами. Марат Мухтарович, ну, наверняка к вам обращались родственники погибших участников СВО с просьбой увековечить их память. Ну, например, открыть мемориальную доску на стенах школы, где учился погибший воин. Занимается ли фонд решением таких вопросов? К нам неоднократно с такими вопросами обращались родственники, родители погибших. Наша организация такими мероприятиями в принципе не занимается. Мы направляем, переправляем эту информацию в муниципальные образования районов, городов, где над этим работают. И различные есть способы увековечить в различных районах. Где-то в районе, в ауле улицу назвали, где-то мемориальный щит повесили на школу, вот, где-то баннеры вывешивают. Ну, различными способами пытаются увековечить, и постепенно получается. И есть, еще все это не закончилось, но есть такое понимание, что, наверное, будут ставить мемориальные комплексы уже в парках, в городах, в районах, где будут обозначать всех погибших. Ну, то, что военным путем Россию победить невозможно, это уже понятно. И сегодня главная борьба развернулась на информационно-психологическом фронте. Идет борьба за умы наших школьников, за то, что не будут верить завтра, да? У вас в фонде работают участники специальной военной операции, ветераны боевых действий. Скажите, вы их как-то привлекаете для работы с молодежью, чтобы историческая память была восстановлена и существовала? Помимо решения различных бытовых, медицинских, юридических, психологических вопросов, фонд еще занимается образовательно-воспитательной работой. У нас в фонде есть сотрудники, ветераны СВО, инвалиды, наши сотрудники, вот, награжденные орденами мужества, медалями за отвагу. Они посещают школы, учебные заведения, колледжи, где проводят так называемые уроки мужества. Вот, занимаются воспитанием молодежи. Мы также работаем плотно с вообще такой организацией, как «Авангард», и молодогвардейцами. Вот. Наш один сотрудник, выходец из
молодой гвардии, молодогвардейцев. Вот он детство свое провел все на Кирово, на памятнике, стоял там в карауле, потом воевал, награжден орденом мужества. Прекрасный молодой человек, мы довольны его работой. Он проводит работу в учебных заведениях города и в различных организациях. И последний вопрос, Марат Мухтарович. Планы на ближайшее будущее? Планы на будущее таковы. Будем работать, работать, работа непочатый край. Вопросов много, нерешенных вопросов. Сейчас большинство наших подопечных находятся, кто в госпиталях, кто еще в отпусках. Когда они активно начнут возвращаться к мирной жизни, мы будем рядом и будем помогать им во всех их начинаниях, начиная от бизнеса, лечения, протезирования, не только им, но и их близким и родственникам. Ну что ж, удачи вам во всех ваших начинаниях.